Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня будет интересный видосик и тест. Я вам покажу пачку для стана, для ЗБшки, которая, в принципе, я попробую пройти некоторых и в ЗБ, и на ПВП покажу, как вам... Ну, на ПВП, в принципе, она бессмысленна, но она будет тащить у вас, по идее, должна помочь вам и в лабиринте, и в ЗБшке, потому что многие в ЗБ ходят. Ну, на других локациях она не столь будет эффективна, потому что герои, скажем так, они не особо топовые, но у них есть максимальный стан. То есть это герои, которые на сегодня одни из таких самых топовых по стану, и они у меня, конечно же, есть. Я их не сливаю, не перекачиваю, я их тестирую, использую. Понятно, что есть герои, у которых есть иммунитет, но опять же, если кто-то из вас натыкался на пачки там с фреями и не может их слить, это как вариант, как их ушатать, если у вас нету фреи, например. То есть как ее, ну понятно, там прорывы играют, нюансов очень много, но многие ребята спрашивают, как сливать фрей. Все очень просто, надо подобрать пачку со станом, с молчаниями и с забором энергии. Фрея ничего сделать не сможет, даже если пусть она там будет супер-пупер-мегатоповая. Понятно, если на ней максимальные уклоны, у вас точности нет, вы ничего не сделаете, но попытка, скажем так, у вас будет, и в принципе вам тоже никто не мешает нарулить точность. Это не уклонение роли. В общем, поехали. У нас есть много героев со станом, с окаменениями, но мы сегодня разбираем именно героев со станом, не с заморозками, ни с чем. Вот у меня есть топ-5 героев. Это пачка, которая, по сути, может вечно станить. Ну, есть, конечно, нюансы. Есть такое понятие, как смотр, иммунитеты, блокировки. Ну, самая основная задача – их первыми ударить. Поэтому что в этой пачке есть? Капитан Дрейк, который, в принципе, закидывает бомбу, станет, ему обязательно надо ставить психощит. Леди Лео ремка, плюс для того, чтобы ее не станили, железка. ПБшка, вы сюда ставите, собираете его на деф, плюс ремка. Но он может за счет своего урона себя очень быстро слить, потому что на отражалке у вас ничего нету. Стрелок универсальный, который закидывает Эрнитоптеров, не станет и забирает энергию. Ну и, конечно же, Мишаня, который тоже дополнительно дает стан. То есть такие герои, они одни из топовых. Есть куча других героев. У меня их, к сожалению, нет. Я даже всех героев не помню, кто там накидывает стан. Сейчас мы еще пробежимся, так посмотрим. Кто у нас по стану? Окаменение. Сорик, забор, ПБшка. Ну, мало, в принципе. У меня самые такие основные есть. Кто станет? Снимает бафы. Ну, РТшка еще тоже. Или не, или он не станет, я уже даже забыл. Да, он же тоже станет на 1.2, но это маловато. Ну, РТшка на сегодня бессмысленный. Так, у нас еще с таких Фрэнк в кому вводит, это не стан, не путайте. Сердцеедка, малышник, нет. Ну, от таких основных вроде выбрал Дрейк, Варлок. Ну, разруха, я о нем вчера рассказывал. Тоже станет, ну, я думаю, у многих его и нет, и не будет, а многие его даже не качают, потому что он бессмысленный. Фараон, если я не ошибаюсь, ну, он в кому вводит. Минотавр, ну, Минотавра использовать, ну, еще есть вот такой вот вариант. Здесь тоже кома, здесь не стан. Так, ну, вроде с таких все. Еще есть... Тут тоже кома, а мы говорим именно о стане. То есть герой, который именно станет. То есть капитан Дрейк. Стан на 1.8, но у нас 13 скилл. Леди Лео, стан 2.7 секунды. Кто там у нас еще, кого мы взяли?
Я вам просто покажу сейчас эту пачку в действии, чтобы вы понимали, что это такое и против кого они могут противостоять. Здесь тоже стан 2 секунды и ПБшка. Три секунды стан. То есть такая вот пачка, она по сути очень хороша будет. Сейчас мы забежим с вами на... Вот 210 есть. Докидаю у меня карты. Поехали, посмотрите. В действии такую пачку. Такая пачка реально очень крутая. Вот, например, против Фрей. Чем? Как видите, Фрея и прочие, они очень хорошо станется. И когда ваши герои ударят первыми, застанет, вражеская Фрея, честно говоря, ничего в вашей пачке не сможет сделать. Вот как в данном случае, то есть, думаю, у многих есть возможность собрать этих героев. Это не донатные герои. Да, на них надо будет потратиться. Но, например, Дрейк, тот же самый, его можно потом использовать и на битвы гильдий, и даже на атаки фортов некоторые используют. Ну, самое основное — это битва гильдий. Плюс такие вот локации. Также Лидилио, PvP локации, плюс некоторых можно использовать в лабиринте. Сейчас мы туда дойдем, я вам тоже там их покажу. У меня есть такое желание еще потестировать на запределе в следующий раз такую пачку со станом. Если брать, кто там у нас следующий, ПБшку вы можете использовать и на архидемоне, и на ПВП локациях, и на фарм локациях. Он реально крутой, он наносит огромное количество урона. Мишаня, в принципе, то же самое, то есть ЗБшка, лабиринт, как вариант, то есть там я показывал уже пачку с ним, реально Мишаня тащит. То есть это те герои, которые должны быть, в принципе, в алтаре у каждого, потому что... Посольемся, по времени, наверное, не успеем. В большинстве случаев, ну, скажем так, большинство героев не имеет иммунитета к стану, и это реально очень спасает. То есть для бездоната такая пачка, ну, я не знаю, думаю, очень хорошо поможет. Смотрите, как хорошо на отражалке ушатался. Очень хорошо поможет в прохождении именно этих локаций. Вот, например, я не знаю, как они сейчас на огнике будут, потому что огник, по идее... Ну вот, посмотрите, у нас только единственный огник, остальные... Ну, дальше Космо включился, понятно, Космо тут сейчас... разберет. Но вот Леди Лео подключилась, и вражеская Фрея ничего сделать, опять же, не может. Потом стрелок, потом тот. И вот такая вот пачка, она более-менее дает возможность вам сделать вечный стан. То есть, можно не такой вариант сделать. Можно я вам покажу еще другие пачки с другими героями, там, где будут и заморозки, и все остальное, более универсальные. Я вам просто решил сегодня показать пачку с... хорошим станом, которая, в принципе, должна большинству ребят помочь в прохождении тех или иных локаций. Потому что многие используют сразу там топовых Фрей там и прочее, и они думают, что оно затащит, но не всегда реально Фрей тащит. Можно собрать пачку, которая будет не будет давать возможности врагу ударить. Попробуем, может, что-то интересное найдем. Но, как видите, пока... К сожалению, ничего интересного нет. Блин, а чё я полез на этот? Давайте пошел на него. Вот Асурик. А вот на Асури, кстати, могут герои слиться. Почему? Например, сам тот же самый ПБшка, у него очень много дамага, то есть это тоже надо учитывать. Если вы его поставите, вот 30-е прорывы даже, вот видите, ПБшка там просто у нас улетел. Остальные тоже сейчас, в принципе, должны поулетать, их поблокировали. Почему? Потому что у нас ПБшка наносит дофига дамага, плюс ремка, которая еще дает дополнительно возможность атаки, плюс
кто там у нас еще, Леди Лео, она тоже точно так же будет сливаться. То есть этот момент тоже надо учитывать. Не всегда будут они тащить там, где есть отражалка. То есть тут этот момент тоже такой, знаете, вроде и пачка классная, но она все равно будет сливаться, потому что на сегодня все в основном юзают отражалки. А в таких случаях на таких героев лучше ставить ПДшку. Ну, например, как мы на Космос ставим плюс ремка, да, вот на ПБшку поставить ПДшку плюс ремка на Леди Лео, допустим, опять же, вы поставите ремку и ПДшку, но ее могут застанет. То есть тут есть нюансы, но в большинстве случаев эта пачка реально будет тащить. Так, у меня уже попыток нет, к сожалению. Будем завтра уже дальше тестить. Поехали на лабиринт. Я сейчас покажу вам этих героев на лабиринте. Ну, то есть покажу, как они работают. Понятно, это не все 9 героев. У вас есть возможность сюда еще добавить остальных. Но такая пачка очень может помочь для тех, у кого нету, например, Фрей, а у них противников там попалась Фрей, ее сложно слить. То же самое за пределье, я думаю, до него доберусь на следующий раз, если не забуду, и потестирую именно такую сборку героев, так и стрелка сюда. Ну, стрелок, я думаю, у многих уже есть. В принципе, все эти герои у многих есть. Вот в данном случае, внимательно посмотрите, у меня Дрейк ударил первым. Потому что я поставил ему психощит. А малыш Ник, если бы я на Дрейка не поставил психощит, он бы заморозил моих. То есть этот нюанс тоже не забывайте учитывать, если вы хотите, чтобы вас не сливали в самом начале. То есть желательно тем, даже тому самому малышу Нику поставить психощит, его Дрейк уже не застанет первым. То есть есть герои, которые очень круто помогают, это малыш Ник и Дрейк. По локациях они дают возможность ударить первым. Вот посмотрите внимательно стан у Космо, видите, вот. Опять же есть нюансы, Космо мы зарядили, очень много стана, но они у меня не собраны на атаку, они у меня дефного варианта, их надо собирать и на атаку. Ну, с подашками было бы получше, но сама суть, ну, в принципе, станете практически непрерывно. Но есть минуса, то что я говорил, это отражалки. То есть отражалками надо помучиться будет. Но в большинстве случаев все герои не имеют столько иммунитета к стану. А стана здесь реально дофига. То есть включается один, потом включается второй, потом третий. А в данном случае у нас бьет Дрейк, бьет ПБшка, бьет Леди Лео. И включается сразу же мишаня, а потом заряжается стрелок, который забирает энергию. То есть такая пачка, ну, понятно, у меня первый этаж здесь слабенькие, у противника героя, это надо дальше попасть на какую-то топовую пачку, может, встретим сейчас. Но в большинстве случаев я даже тоже использую такой вариант со станом для прохождения этих локаций. Потому что, наверное, 90% героев не имеют иммунитета к стану. И этим надо пользоваться. Попробуем где-то надыбать уже нормальную пачку, если повезет. Но пока у нас одни юниты. То есть вы можете даже без прорыва у себя, я не знаю, какая там у вас сила, вот опять малыш Ник. Видите, он кидается в стан и все. Не обязательно здесь смотреть на прорыв. Тут сама суть собрать правильно таланты, правильно, я сейчас вам их покажу, правильно пораставлять ремочки кому надо. Ну, в принципе, никаких проблем у вас быть не должно. Вот посмотрите внимательно. Вроде пачка была 9 человек, тоже крутая, но мы за счет стана, вот, кстати, будет сейчас интересный замесик, вот видите, малыша Ника использует. Если он на него не поставил психощит, у него походу с психощитом, мы получили люлей.
попробуем добить другим. Поставим сюда еще несколько героев. Поставим тоже малыша Ника. Ну, это такая, это чисто по стану я вам показываю. Это не фуловая пачка. Фуловую пачку вы попозже увидите, я вам еще покажу разные моменты. Так. У нас такой еще может Шанька им подпортить нервы. Ставим. Я не ставлю отхил, я именно таких использую героев, которые по максимуму могут здесь напортачить ему. Так. Девочка. Так, на малыша Ника тоже надо. Психощит. Ну, посмотрим сейчас, или сможем... Так, я немножко не туда залез. Но есть, конечно, еще одни моменты. Учитывайте то, что есть те же самые бугимены и прочие, которые тоже шатают очень сильно. Но уже, думаю, разницу вы можете увидеть. Посмотрите, что его пачка, некоторые герои даже с места не смогли сдвинуться. Ну, понятно, тут не хрен равнять. Тут, конечно, и суперпэты есть, которые нас обездвиживают. Но я все равно попробую сейчас его ушатать. И у нас многие герои, видите, молчанка проходит. Его зеленый смотр кидает молчанку. Все равно бро, я тебя добью. Сейчас попробуем что-то поменять. Это нас не особо спасет. Зеленый смотр все-таки дает свое. Вот малышник. У нас ПБшка на Асуре сливается. У нас большинство героев сейчас на Асе сливается. Да, не хватает. Все равно малость, но не хватает. У нас есть попытки. Будем пробовать до победного. Блин, тут один бугич просто половину пачки сливает. Видите, надо все-таки ПДшку ставить на некоторых героев. Тогда будет шанс выше. Без ПДшки, к сожалению, ПБшка просто ушатывается об Асуру. Я попробую его как-то убрать подальше. Но это вряд ли нас спасет. Вот малышник застанили. Ну а дальше... Бугиман, я смотрю, там очень хорошо раздает. Ну, видите, ПБшка все равно очень быстро сливается. Плюс Фрея. Ну, есть предел к чему-то, но я вам стараюсь показать максимум, что можно выжать. Но против некоторых героев, к сожалению, это не работает. Можно тоже попробовать поставить суперпэта. Одного и второго. Попробуем. Суперпаты очень многое решают. Так, один сюда. Второго мы поставим сюда, плюс дополнительно надо подашку ставить.
интересно, что будет сейчас, когда будут суперпэты. Затащим, не затащим. Ну, в любом случае, я буду еще тестировать другие пачки. Но эти, к сожалению, даже максимальные прокачки не всегда помогают. Ну, такая пачка вам должна помочь, по крайней мере, в ЗБшке. Так, вот суперпэты включились. Ну, с суперпэтами уже повеселее. Но у нас нету отхила. Но уже с суперпэтами, посмотрите, как намного дольше держится. Это все равно не спасает. Мы не успеваем. Отхил, нам нужен отхил. Там есть ворожей. Мы тоже можем, в принципе, ворожея поставить. Например, убрать стрелка. Он тут нам особо ставить ради интереса, ради теста сюда. Ворожея. Ну, я думаю, нас это вряд ли спасет особо. Еще включиться вовремя. Пубашка. Видите, что делают эти? Посмотрите, где мой пубашка стоит. Суперпаты, блин. Это самое большое, скажем так, зло, которое на сегодня есть. Ну вот, посмотрите внимательно. Сейчас мы более-менее начали уже даже получше дамажить, но все равно это нас не спасает. У него тоже есть и суперпаты, и топовые герои, но тащим. Осталось Фрея, Дрейк. Ну, практически. Но Огника, по крайней мере, ушатали уже. Пробуем еще разок. Опять же, если бы у меня... Вот, видите, что делается? Молчанку какую смотр накинул. Потом Бугич ударил. Блин, Бугич это, конечно, пипец. Он просто половину героев сливает. Ты ничего не сделаешь. Короче, ладно, хрен с ним. Раз на раз не приходится. В общем, такая вот, ребятушки, пачка. Я буду еще дальше тестировать, показывать. И мы дойдем уже до... В основном это будет ЗБшка, потому что многие там фармят и не могут пройти всех. Будем там собирать определенные сборки с этими героями. Вы пишите, кого вы хотите увидеть, каких героев в ЗБ. Ну, понятно, донатных, бездонатных, но я буду стараться разные сборки собирать и тестировать. К сожалению, у нас это идет каждый день, там, по 5 попыток, посмотрим, как мы это будем тестить. Все, всем удачи, всем пока.